Российские прививки. Адаптировались ли крымские дети к новым правилам вакцинации? Насколько безопасны лекарства и откуда их везут на полуостров? С какими проблемами сталкиваются родители, которые не прививают своих детей? Чем сейчас это грозит и введут ли административную ответственность за отказ от прививок? На эти вопросы даст ответ народный вердикт в следующую пятницу, 10 июля, в прямом эфире нашей программы. Самые актуальные темы и самые интересные гости. Вы можете напрямую задать вопрос нашей студии политикам и бизнесменам, чиновникам и ученым, деятелям искусства и культуры. И вынести свой народный вердикт. Будьте с нами 10 июля в 20:00 на телеканале ИТВ.